Ученые из Общества научных исследований имени Макса Планка, известного европейского исследовательского учреждения, утверждают, что человечество никогда не сможет контролировать сверхразумный искусственный интеллект, который может нас спасти или уничтожить. Проблема, по словам ученых, в том, что для создания алгоритма сдерживания необходимы технологии, которые будут более совершенны, чем те, что потребуются при создании сверхразумного искусственного интеллекта. Допустим, сверхразумный искусственный интеллект задумал уничтожить человечество и запустил соответствующие алгоритмы. Для того, чтобы алгоритм сдерживания сработал, он должен успеть проанализировать алгоритмы сверхразумного искусственного интеллекта, распознать в них угрозу и заблокировать до того, как они будут исполнены. Другими словами, алгоритм сдерживания должен быть мощнее сверхразумного искусственного интеллекта, что является абсурдом. Воинственный искусственный интеллект. Вероятно, до дня создания сверхразумного искусственного интеллекта еще очень далеко, и не факт, что машина увидит в нас врагов, которых ей захочется уничтожить. Однако очень умные люди работают над тем, чтобы у нас была надежная защита от технологии, которая хотя бы гипотетически способна выйти из-под контроля. Сверхразумная машина, которая управляет миром, звучит как научная фантастика. Но уже есть машины, которые самостоятельно выполняют определенные важные задачи, и программисты не до конца понимают, как они этому научились. Поэтому возникает справедливый вопрос: может ли это в какой-то момент стать неконтролируемым и опасным для человечества? Прокомментировал соавтор исследования Мануэль Себриан, руководитель группы цифровой мобилизации в Центре людей и машин Института развития человека имени Макса Планка.